Здравствуйте, дорогие мои мамы и сестричка Раечка. Разрешите мне передать свой пламенный, фронтовой и незабываемый привет и массу наилучших пожеланий в вашей родной жизни. Дорогая мама, вчера я получила ваше письмо, которое сильно на меня подействовало. Мама, я сочувствую всем вашим трудностям, вашему горю. Но мне ведь тоже тяжело, передать, что я на фронте, где жизнь считается по секундам. Я также сильно переживаю о смерти папы. Я также самое не сплю ночами, ибо нельзя, война и прочее. Так что, мамочка, постигло нас общее горе, и не только вас, меня и Раю, но и весь нас, советский народ. Но мы не должны ныть, а наоборот, переносить все трудности, стиснув зубы. Скоро покончим с гитлеровскими бандитами, разобьем и сметем с лица земли всю фашистскую нечисть. Остались, мама, к тому считанные недели. Не печальтесь, не падайте сильно духом. Мама, прошу вас, чтобы вы Раю хотя бы не тревожили, не давали вид о том, что вы переносите большие тяжести, ибо это может сильно отразиться на ее здоровье и учебе. На этом разрешите письмо кончить. Передавайте всем по привету. Оставайтесь бодры и пишите письма. Ваш сын.